Всем юхай! С вами Майн, вы на канале Майн Гейминг, со мной сегодня Степан. Всем здравствуйте. По традиции, сегодня мы, естественно, покупаем школу. А, где у нас школа? Школа. Вот она, школа. А, дружок охраняет школу. Купили мультиплеер. Вместе со Стёпой сыграем на карте школа против дружка. Вы в телеграм-канале по ссылочке в описании, естественно, проголосовали за то, что хотите еще одну серию завершающую. И на этой серии мы закончим эту игру, скажем так. Все, давай, получается, играть с другом. У меня 30 монеток есть. Сейчас я... Итак, ребята, мы уже на карте. Я один глазик взял. Так, аккуратненько. Если что, здесь двери вот открываются со звонком. На слышь? Этой карте. Что? Да. Я очень мало играл. Так, слушай, я как бы в соло эту игру полностью прошел. У меня есть кусочек мяса. Куском мяса мы отвлекаем дружка. Это да, это я знаю. Так, погнали. Есть что у нас есть? Скорость. Пока по коридорам походим, я думаю. У нас сложность нормальная. Так, три мешочка уже. Четыре. Я не ориентируюсь по карте, поэтому точно тебе не отвечу на этот вопрос. Еще один мешочек есть. В коридоре я. Так, а здесь чисто. Опа-на! А вот это плохо. Шесть мешков, ну уже неплохо. Уже неплохо. Я вижу. О, он здесь! Мясо! Я взял. У меня два мяса. О, беги, сказали мне. А, я видел! Он все, может забегай, прячься. Засейвился? Да, я вот с тобой. Все, отлично. А, ты со мной, все понял. У меня три куска мяса, если что. У тебя сколько? Один. Ну нормально, там одного достаточно. Да, флагиков нет. Так, а здесь смотри. А что, книжка какая-то? Черная тетрадь. А, ну это все понял. Пианин. Ну давай дождемся, когда он уйдет, и тогда уже. А он тут! Ё-моё! Повезло. Да он вот, только что выхожу из двери, он только что прям перед лицом у меня появился. Так, у тебя глазов сколько? Ноль. А, у меня один. Я один не нашел. Слушай, а тут карты есть? Карты нема, я понял. Нет. Ладно, погнали. Я что-то вижу, тыква. Тыква кричащая, ё-моё. Да. Бегим! Беги! Я мясо кинул. Все, он хавает мясо, он схавал мясо, все нормально. Фу. Слушай, он быстро, на нормале он прям быстро. Да. Лимит на других режимах. Так, я так понимаю, ты использовал скорость, да? Да. Ага. Сколько она у тебя еще? Надо... 35 секунд. Понял. Нам надо на второй этаж попробовать. Надо на второй этаж? Подожди, а мы сейчас на каком? Мы на первом, да. Тут еще есть подвал вроде бы. А, спасибо. Ну ладно, мяско есть. Ладно, пошли тогда, чё. А, он ушел. А, не ушел. Не. Ты за мной? Да, я за тобой прям бегу. Мы вроде залутали этот этаж. О, вот второй этаж. О, погнали. Да, значит, тут подвала нет. Все, кай. Опа, она. А здесь вроде даже комнаты нет, чтобы заспать. А, есть, ладно. Так, чекай туалеты. Я нашел мешочек еще один. Все, 10 есть. Слушай, я не помню, где сбегать. У меня есть еще один глаз, кстати. Мне тоже, у меня два. У меня тоже. Книжки, куча библиотечных учебников. Вот мешок есть, вот мешок, вот тут мешок. О, отлично. У меня три мяса, еще один мешочек. Вот еще один мешочек, 12 у нас их уже. Я не помню, кстати, где сбегать, где выход. Так, я тоже не обратил внимания на это. Ага. Так, ты где? Я тут же. Вот, а, вот все, понял. Еще одно мясо. Смотри, где он? Ну, посмотри, чекни. Тут по коридору прямо вот, окно поднимать. С какой стороны? Пошли за мной. Я бегу. Вот все, погнали. Да не торопись, ладно. Все, пошли здесь. Мы вернулись на этаж, на котором были. Да. Вниз сейчас мы не были. А, рил. Реально нас тут не было. Туалет опять, чекай их. Тут нет ничего. Он здесь. О, я кабинет информатики нашел, нормально.
И здесь ничего нету. Зашибись. Здорово. Так, я погнал. О, здесь глазик. Тут... О, а глазик я пропустил, значит. Тут туалет. И еще один мешочек. У нас их уже 15. Ну, слушай, для первой каточки очень даже неплохо. Нет. Так, тут это спуск вниз. Оп, есть подвал, походу. Да. Или это тот же этаж на котором... А, подожди, мы поднимались. Не-не-не, да. Это подвал. Это подвал, все, понял. Глаз ты пропустил. 4 глазика. Он к нам спускается. Понял. И у меня еще одно мясо. Не, с мясом будет изи. Мясом, да. Еще мясо. И 17 мешочков у нас уже так тут. Еще вот мясо. Выход. Вот выход. А, вот выход. Ну-ка, да. Где? А, понял. Все, все. Потом ну ч... Я к тебе. Так, еще мешок, ну, еще два мешка. Надо. И сейчас будет ой, классно, если зазвенит звонок. Вообще будет суперски. Да, а, все, он ушел. Будет. А, не, не ушел. Не, он тут где-то. Не, я предлагаю блин, подождать. А, ждать нет смысла, я понял. Вот он был! Ты мясо кинул? Кидаю, 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 кидаю. Нет! Почему я же кинул мясо? Ё-моё, ну чё, пробуем снова. Так, давай это и распределимся как-нибудь. Так, тут два ящика, окей, один есть. Давай я вниз попробую. Куда пойдешь? Вниз. Давай, давай, только аккуратнее, пожалуйста. У тебя глазики нет, есть? Не... О, здорово. Здорово. Так, слушай, у меня уже 4 куска мяса. Короче, как только ты его видишь, надо кидать мясо вообще, и даже не думай. Я думаю, у меня мяса нету, мне мяса нету. Прячься. Не а! Где, где, где ты, где ты? Я в какой-то кабинете. Нет! Ё-моё. Я думал, смогу замасить между этих, между партами, а он сквозь прошел. Не получилось. Говнюк. Говнюк сквозь парты ходит, ё-моё. Так, слушай, давай этот этаж на тебе, я пошел вниз. Так, мешочки есть. Как, еще мешочек. У меня вообще мешков нет. Так, у меня два мяса. Но так, ну я, получается, я в подвале. Я слышу, ну, о, нет. У меня мясо есть, все, значит, я засейвлен. У меня два мяса есть. У меня одно, теперь тоже два. О, 9 мешков уже, отлично. Я прям... Ага, у меня перемена. Угу. Так, у меня еще мясо. Он, походу, на втором этаже. О, да слушай, у меня его нету, я в подвале. А, ну да. Ты на первом, он на втором, значит, все понял. Так, перемен закончился, я вижу лестницу, если что. Так, я постараюсь обойти весь. Ну, по сути, а что еще мне нужно сделать? Обойти весь этаж, логично. А, так, глаз, у меня два глаза. А, мясо. Я думал, на доске писали. Понял. У меня 6 мяса. Он опять у меня. Ага, понял. Вот лишь бы сейчас не перемен. Так, а я, получается, этаж весь обошел, потому что я тут уже везде был. Ну, получается, да. А, я вот тут вот не был, единственное. Или был. А, был. А, нет, не был. А, я просто пропустил два ящика. Еще два мешка, отлично. Я пошел на второй. Он где? Ну, он где-то на первом шагалеет. А, у тебя... Переменок. Нет! А, я в подвале, да, он на первом. Я спасен. Двери закрыты. Он ушел у меня. Все понял, а я на твоем этаже. Ты этаж еще не залутал даже весь. Да, я вообще не могу выйти. Понял. Я еще 3 мешка нашел. Все, нам осталось всего 4. О, еще мешок нашел. Ну, берись. Че, мясо? У меня 6 мяса. У меня тоже. Так, нам нужно, получается, на последний этаж. Да, наверх. Он здесь? Он где-то у меня. Сейчас, походу, подвал. В подвал идем, Амир. В подвал? Да-да-да.
Ну я в я загнан в угол. Я внизу. Где выход тут? А, стоп! Так ты все мешки нашел? Да, я нашел последний мешки. Я тебе говорю, в подвал спускайся, я нашел мешки. Он у меня. Он хавает мясо пока что. Я убегаю на первый этаж с подвала. Он пока хавает мясо. Я не могу спуститься к тебе. Угу. Так, из этого кабинета... Опа, она тут проблемки. Я зашел в кабинет, из которого нет второго выхода. Ой-ой. Он где у тебя? Мимо меня прошел. Ладно, я иду к тебе. Бля. Перемены. Я мясо кинул. Я видел, где ты мясо кинул. Вот, я за тебя. Здорово. Так, я смотрю. А, он на первом. Все, го-го-го-го, где выход? Это не выход, это тоже не выход. Блин. Он у нас! О, вот он меня проходит. В твою сторону идет, там вроде мясо лежит. Я спрятался, да, я спрятался, ладно, ничего. А, он мясо хавает. Да. А где вот выход, ё-моё? У тебя скорость есть же, да? Да, я его вообще не юзал. Вот все, он ушел. Да, есть. Где выход? Не знаю, я сам найти не могу. Иди, где-то здесь должен быть. В смысле? Подожди, а, вот здесь. Он не может меняться? Вопрос хороший. Ладно, пошли сейчас, это прямо там лестница будет, наверх пойдем. Стой, подожди, я попробую. Все-таки найти выход. Понючий, блин. Не, я тут уже обходил второй раз. А где он может быть-то? А, он тут, он на первом, я убегаю вниз. О, здорово. Хоть бы не перемена, прячься. Я мясо кинул. Хорош. Фу, так, хоть бы не перемена сейчас. Да. Во, давай, ко мне. А, зашибись! Блять. Он хавает. А ты где такие у мяса? Там? Да, там где кинул. Беги, братанчик! А я не успею, у меня скорости не хватает. Я мясо кидаю просто. Ой, нормально. Я на первый этаж поднимаюсь. Я тоже. На всякий случай мясо кину. А я его подобрал, брат. Он теперь у меня. Ой, ну нельзя. А где выход? Прикольно. А где вот он? Точно. Чё за дичь? Им забагалось. А мы на втором этаже были? Бу! О! И на втором нас там не было. Пошли. Ты конечно на втором? Ну не, ну это глупо. В смысле, почему выход меняется? Это дичь. Вообще дичь полнейшая. Он хавает где-то внизу, я так понял. Да, он там, где мы поднимались, там на лестнице он хавает. Я там кидал мясо. Ты ж сзади меня? Нет. Я сзади тебя. Где? А, у меня звуки просто вообще в другом месте. Так, у нас еще один глаз. Я не понимаю, а где выход вообще? Не, подожди, ну не должен же выход меняться, мне кажется, он все же в подвале, ну как? Выход. Где? А! Чего? Я его даже не заметил, но мы сбежали. Меняется. Он меня охренеть. Это еще больше сложнее. Слушай, давай сейчас попробуем только с другим призраком. Давай. Поставь школу и
Чарли. О, он уже в смысле? В смысле он уже здесь? Ребят, мы решили попробовать в школе с Чарли. А, он у меня просто что-то орал. Понял. Что-то я я заранее пересрался. Так, а можно посмотреть, где сразу выход? Дневнику кидаешь, ё-моё. План эвакуации. Интересно, интересно. Так, мясо... А, мясо же не надо, лоу. Да. Он здесь. Он здесь, я в корте. Слушай, знаешь, в чем проблема? Мы его не сможем вообще никак... Да, мы дефта против него не сможем. Да. Так, я на втором этаже. Все понял. О, двери открылись, все. Мне жопа? Покажи. Он на первом? Он у меня. Нет, он у меня уже. А. Закрывайте двери. А, закрылись, закрылись. А, нет, не закрылись. Закрылись. Он у меня. Выход так, я, пожалуй, спрячусь. Понял, понял, понял. Ты там как живешь? Я живу, да. У меня что? У меня есть скорость, у меня есть один глаз и, в принципе, все. У меня два глаза и скорость и еще куча мехов, которые я пропустил, балбезный. Понял. А он от меня уходить не хочет вообще ни в какую. Ай, у меня перемена. Зашибись. Он в подвале. А, все, понял, ништяк. Ой, я слышу, как ты что-то открываешь где-то рядом со мной. Да, только... Ну, я на этаж ниже. Ни хрена нету вообще. Не, вот, здорово. А. Так, нам что надо? Блин. Надо в подвал еще? Он здесь! Он тпхнулся! Он тпхнулся! Я это видел, как он с картины вышел. Я сам это тоже видел! Фу, я спрятался. Я опять на второй этаж поднялся. А я в подвале. И он у меня. И сейчас будет перемена, да? И у меня нет скорости. Я надеюсь, что нет. И у меня нет ничего. А, он ушел, все. Гребаные картины, я не могу. Так, и 16. Я первый раз причем увидел, что как он через картину уходит. А я видел, когда в соло это когда-то записывал год назад, даже больше. О, капец. Жестко, 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 жестко. Отлич! В смысле? Я брал. Я думал, мы победили, а мы проиграли. И перемена. Зашибись. Баб, круто. Лютейшая. А, ушел, все. А мы больше паниковать начали. Эх. Нет, он опять тут. Падла, верну. О, вовремя звонок. Впервые я рад звонку. Хотя не, почему это же... А, это звонок на урок, да. Впервые я рад звонку на урок. Нормально. Так, ну у нас 9 минут. Ой, не могу выйти. У меня до сих пор... Ой, нет... он мимо меня пролетел. А. До сих пор у меня нет ни одного глаза, это меня раздражает. Молодец, спасибо. Надо валить на другой этаж, здесь ловить нечего. Он либо наверх, либо вниз, скорее всего, наверх пошел. А, ты здесь был? Нет, он внизу. Угу. И у нас перемены. Я... О, глаз нашел наконец-то. Я лутаю туалеты. У нас здесь, получается, два мешочка есть. Он здесь, он у меня где, на втором. Я на второй этаж. А, он на втором? Да, ой, вовремя. Вовремя, я вовремя наш... звонок. Не сюда. Да, вали отсюда лучше. Ну, это может тэпнуться. Может. Или это не очень. А ты выход видел? Нет. Все, он ушел у меня. Нету, да? Мешочек на базу. Который глазик сюда. О, глаз наконец ушел. Так, 14 мешков, зашибись. Так, здесь картина очень неудобно расположена для меня. Он может меня в углу зажать. Но я рискну. Так, окей, у меня 18. 19 мешков, все, последний нужен. Все! Я нашел. Сейчас я смотрю второй этаж на наличие выхода. Нету. Ёпта. Нет. Выход на в подвале, Амир, в подвале. В подвале, все. У меня понял. Тут перемена. Да у меня тоже перемена. Он у меня? Он у меня. А нет. Он по другой лестнице поднимается, хорошо. Я у тебя. Все, сейчас нам надо в подвал.
У меня всего два глаза. А, он опять у нас? Нет, он опять. Не-не-не-не. Фейканул. Я в подвал? Не, он в подвале. Я в подвале, он в подвале. Нет! Ай-яй-яй. Ты бы понимал, насколько это сейчас было, ну, читерски, потому что я спускаюсь по лестнице, а начинает петь песня, как только он на перекладине лестницы становится. То есть не на ступеньке, а на между этажами. Тогда начинает петь, ну, музыка, да? Я захожу туда, и он просто тпхается. Чё за дичь? Чарли тот еще тип. Дубль хрен знает какой. Короче, я сразу сходу валю вниз. Так, он в подвале. Я спрятался. Нормально. Ни глаза, ничего у меня нету. За что спасибо. Зато есть мешка два. Супер. Ну можно... О, глаз, отлично. Еще два мешка, о, 6 мешков. Он у меня. Все, супер. Я фастиком лутаю подвал. Нифига не супер. Мышку на втором был. О, он куда-то делся. Ну и пускай. Да ё-моё, зачем ты опять ко мне прилетел? Перемена, вы чё, едите парить? Вовремя. Так, 8 из 20, у меня 3 глаза. У меня... Так, 9 мешков, отлично. Ну и на этом, в принципе, хороших новостей. Всё. Фух, двери закрыли. Да, так, о, окей. У меня еще один мешок есть. Иначе бы сейчас был бы мне капут. Так. Еще один мешок. Улетаю, мать. Он у меня! Он у меня! Он вылез! Он вылез из картины! Отлично! Я спрятался! А, сейчас перемена ж будет! Ну да! Действительно, спасибо! Не надо перемены здесь. Перемены здесь реально лишние, ну а то это и школа. Слава богу, они есть. Впервые перемены лишние, прикинь. Меня он, у меня. Ой, хорошо. Да не хорошо. Так, подожди, я подвал не посмотрел на наличие выхода. Перемена, и он у меня. И чё ж мне так не везёт-то? Слушай, не, в подвале выхода нету. Значит, на втором. Да. У меня надпись «Беги» появилась. Я просто выдал по глазам. Я к тебе, Амир. Зачем? Подвал. А я наоборот из него. Потому что он там летает, мне там некомфортно. А ты весь этаж залутал? Не, он вообще меня не выпускает из комнаты. Помню. Я только выйду, начинаю лутать, он опять ко мне прибегает. Так, я в кабинете информатики, здесь нихера. Комнаты... Ага, понял. Ну тут тоже ничего нету, в принципе. Вон все, он куда-то ушел. Ты походу в тех кабинетах, в которых я был. Ну в туалетах ты не был. Залутал. Ну я, возможно, весь. Он опять у меня. Ну да, он на первом. Он очень часто тусуется. Все, я на втором. Именно. На втором выход, да. Ага. Братан, живи. Я скорее сейчас закончу. Не, он в подвале. Нет, он у меня. Он на втором. Бегите. Нет! Как? Как я вышел? Как я засейвился? Как? Я сквозь него прошел! Один мешок. Сейчас найду. Все. Как? Он выход на втором, да? Выход на втором, не поднимайся по лестнице, которая дальняя. Потому что он сейчас не спускает. А, ты тут, все, молодец. Фух. Я вообще не понял. Он спускается на первый, пошли. Погнали. Охереть, вот это сейчас повезло. Вот это сейчас повезло, я понимаю. Все, я поздравляю нас с тобой с успешным побегом. Да. Да. Ура! Мы сбежали, дорогие друзья. Выходим в главное меню. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Наконец-таки заканчиваем с этой игрушечкой. Айсу Хоррор Гейм. Лайк с меня, лайк с вас, лайк со Стёпы. Надеюсь, вам это видео понравилось. Пожалуйста, слепите лайк, если не понравилось, дизлайк, напишите в комментариях, батачник или получилось. Ссылочка на телеграм-канал в описании. Всем пока!